что вы снимали. Уберите камеру. Уберите камеру. Да, вот, не нарушайте. Спокойно. Расскажи, то есть... Тебя в суде, в милиции запрещали снимать, по-моему, да? Да, да, да. Расскажи кратенькую историю, да? Кратенькую историю, то, что приехал друга защищать по административному делу, начал снимать в отделе милиции, меня закрыли по 19.3 невыполнения законного требования. Но суд потом сказал, что, оказывается, законное требование было незаконным. Ни одним действующим нормативным актом не предусмотрен запрет на проведение видеозаписи в помещении дежурных частей. Вот. То есть в отделении милиции снимать можно. Можно. Соответственно, сотрудников милиции тем более можно. Покажите. Вы совершенно не правы. Вот постановление суда. Где сказано? Меня за это уже задерживают. Снимать можно. Да. Конституция, она относится хорошо, к кроме должностных лиц. Вы при исполнении, естественно, есть закон о коррупции, например, где написано, что чиновник обязан сниматься. Никто не имеет торгаться. Личную жизнь, личную жизнь. Личную на работе. Не надо путать личную жизнь с государственной. Пока я вам не ломаю руки. Вот до тех пор она личная. А тогда как я пришел, подошел и вам претензии предъявляю, вот тогда это служебное. Вы мне предъявляете сейчас претензии? Вот сейчас пока нет. Почему? Вы ограничиваете наши права. Ну. Пока объясняю. А когда буду задерживать, вот тогда снимайте. Вы даже не можете понять. Покажите тыкать меня постоянно камерой. Петр Александрович, вы совершенно не правы. Вы не понимаете? Правы. Потому. Это запрещено? Да, запрещено. Где? У меня есть по Конституции права. Вы должностные. Это не значит, что мне вы должны садиться на шею. Конечно же, гражданин. Никто не лишает его права. Конечно же, гражданин.